Алекс Неймар пишет 5-2-2-1. Ну давай попробуем. Я по этой схеме не помню, что я играл. Но здесь и Месси, и Роналду под нее подыгрываются, да? Ну, давайте возьмем Суарес. Я думаю, что нам еще выпадет Месси. Сейчас мы пойдем немножко другим путем. Возьмем ЦПшника. И, к сожалению, ЦПшника толкового нет. Ну, Видаля брать. Видаля брать. Швайнштайгера брать. Давай возьмем Видаля. Сейчас будет выбор у нас. Бундеслига или... Тиаго выпал. Берем Тиаго. То есть у нас сейчас будет гибридик такой. Гуарин уже в Китае. Уже он такой вот Гуарин. Здесь у нас, смотрите, бисты из МЛС просто выпадают. Я знаю, что Апара крутой бист. Если даже он и будет... не будет ни с кем сыгран, но все равно бистяра. Здесь у нас... ну... Арибас. Давайте Арибаса возьмем. Вдруг испанцы все-таки начнут валиться. Или немцы. Но немцы не падают, видите. Лига ББА. Берем Година. Ставим его сюда. Вот какая-то связочка, чтобы была. Здесь поищем, посмотрим. Бейнс, Марсело, Коэнтрао, Альба. Так, ну, нам по идее, конечно, здесь нужен Марсело. Синий. На ПФЗ нам тоже бы нужен какой-нибудь испашка. Например, Жоан Фран. Но выбора нет. Самый лучший из армян — это Генрих Мхитарян. И здесь Элфуан, что Ройс там, Ранульда. Вот выпало Ранульда. Конечно же, мы берем Ранульда и Марсело. Сыгранность 10. Месси нас обошел стороной. И опять нету толковых этих. Ну, я Роберто возьму, он хотя бы испанец. Сейчас будем подбирать составчик. Ну, Витула испанец. Лучше его возьмем, ладно. Так, и коуча. Ну, давай Боша, он хоть поноет. Поможет нам. ЦЗ местами поменяю. Сейчас поменяю. Он такой... О, соперник нашелся. Хаундагабен. Это, я думаю, немец какой-то суровый. Да ладно. Смени форму, что ты. Не хочешь такой? Ну, давай я в синий поиграю. Хочешь в черный играю? Ой, дурак. Ванька Петух, сомнительный состав, две победы тебе. Ну, я, может быть, даже сейчас сольюсь. Кто знает. Дик Адвокат, между прочим, тренирует. Контроль мяча у него, конечно, хороший. Ничего не скажу. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ну молодчина, вратарь. Вот туда дальше. Это Тюран. Почему там Тюран? Там должен быть Ранульда. И удар по ворку. О, боже мой, Луис Суарес. 100% момент не забывает. Чуть потише игру. Ну давай. Потише сделаем. Вот так. Да, Суарес в Дехея попал в жбан, по-моему. Но Давид Дехея там справился. Еще один момент! Момент! Рональдо! Что это за? Номер один Криштиану Роналду! Вы видели это? Тиаго! На Тюрана! Тюран, давай, набирай скорость! Полгода ведь без футбола сидел! Не могу пока поблагодарить донатеров, но вот удар Тюрана в ближний угол, Давид Де Хеа вытаскивает. Загоняя мир в глубокий финансовый кризис. Так, сейчас я... Видаль. Выходит на ударную! Удар поворотом, и снова Де Хеа тащит! И снова Давид Де Хеа тащит! Выручает команду просто. Гаррет Бейл. Карта Бейла есть кому встретить. Есть кому встретить. И Марсело с мячом. А там Ранульда. А Ранульда может. Может ускориться и пройти сейчас. Криштиану. Нет, к сожалению, Ранульда не справился в этой ситуации. Ну, это читалось. Я думал, он быстрее пас отдаст. Все-таки я играю с разработчиками 2K Sports. А у них реакция у всех есть. И мы пропускаем. Кошмар. Обидный гол.
просрочены, обидно. То есть мы играли, тащили. Ну тут потом раз, и вот так вот на ровном месте пропустили. Луис Суарес! Удар, перекидочка! Но это не удар. А, Луис Суарес. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, выход один на один. Тащит, браво, Вернее, право стена. Ой-ой-ой, ошибочка снова вышла. И педаль, перехват, хорош. Ранульда отдает на Тьяго. Тьяго здорово подключается снова. И туда навес. Удар! Как Давид Деке снова вытащил! Это очень-очень сложно уже даже играть. Сложно в таких условиях, когда Деке тащит абсолютно все. Абсолютно все. Все моменты Давид Деке ликвидирует у своих ворот. Я даже не знаю, что с этим делать. Он отражает удары в упор, на которые среагировать просто невозможно. Он не человек, раз такие сейвы делает. Я, честно говоря, я в шоке. Орда Тюран пошел вперед. Это просто набеги Орды. Сейчас ожидают нашего соперника. И вот сейчас пас классный раскатываем. Тьяго Алькантара. Там дальше на дальней штанге есть человек, способный замкнуть Роналду. Но снова Деке. Что он делает? Это не человек. Он все отбивает. У него сумасшедшая реакция. Сумасшедшая. Это круче, чем Буффонище. Чудовищный Деке еще сегодня в воротах стоит. И сейчас издевается, забирает мяч в руки. Ну просто, просто циркач какой-то, а не вратарь. И вот соперника он тащит просто за яйца, вытаскивает его в этом матче. Очень обидно, особенно когда в драфте вот ты создаешь моменты, создаешь, а побеждает соперник благодаря одному непонятно возникшему откуда моменту. Вот так. Конченый. Бывает так, что и судья Ельдираз на вот момент, как... Боже мой! Видаль бил по воротам, но не забил. Как же так? В атаку Ранульда пошел на полной скорости. Видалю скидочка, Видаль. Давай, второе свидание с Давидом Деке. День Святого Валентина. 1-1. Да! Все-таки мы это сделали. Все-таки мы забили этот гол, к которому так долго шли. Я, честно говоря, уже не верил, что этому Давиду Дехеи можно забить. Но можно, оказалось. И значит, можно еще раз. Но тут нужно давить. Нужно уже разрывать пукан. Луис Суарес! Удар Криштиану! Что ж ты будешь делать? Ну, елки-палки! Не в соперника надо было втыкаться, а в мяч. Там этого было достаточно, чтобы гол забить, но, к сожалению, не повезло Криштиану Роналду. Видаль отдает вперед, и там Роналду уже несется в атаку, и в ближний угол Давид Деке снова тащит. Понятное дело, видит, как у меня Тьяго играет и говорит: я тоже хочу такого парня себе в команду, ну так нельзя играть в защите. Видаль, аккуратнее, Ранульда теряет мяч на ровном месте, Ранульда, пас проходит штрафную, держать, браво, Дарень. Апач пошла. Скидачка. И Роналду! Что за деревянный прием мяча? Я думаю, что даже русский Месси Давыдов бы там уже девятку мяч отправил. Но Ранульда сыграл просто отвратительно. Русский Роналду Кротов бы там еще через себя бы забить исхитрился. Но настоящий Ранульда оказался менее хорош. Он оказался откровенно плох в этом эпизоде. Но хоть пас отдал хороший сейчас на Луиса Суареса. Суарес вернул мяч на Роналду. Роналду отдал снова на Луиса Суареса. Суарес стараться, бороться, кусаться. Кусайся, Луис, ты же умеешь. Но, к сожалению, не попал даже зубами, наверное, по сопернику. Ох, какой матч. Какой матч. Для первого матча в драфте он слишком потный. Потная каточка. И бороться за этот мяч нужно. Давай, Витала, свеженький. Свеженький Витоло. Витоло обходит одного, но второго уже не смог. Как жалко, как жалко. И идет Тьяго сопернический, свеженький, в атаку. Рами. Вообще не устал один Рами. Еще мальчик пробегал, как марокканский верблюд. Может, знаете, не пить, не есть, бегать еще при этом. И вести на себе пятерых бедуинов с их 10 женами. Естественно, преимущество было на стороне нашей команды. Точно 84%, это знаешь как? И это выдающийся процент. И это говорит о чем? Это говорит о профессионализме. Да. Вот. Это говорит о высочайшем уровне. Да.
Диего Коста. Подлинненький игрок, но он умеет забивать на последних минутах и тогда, когда это нужно делать. Это настоящий бомбардир. Бомбардир, понимаешь? Ой-ой-ой, какая ошибка! Ну, браво тащит! Браво тащит! Битало. Пытается уйти от опеки. Подает. Это опасная апача. Там Диего Коста! Коста! Есть! Вот уж Коста знает, как забивать Давида Де Хея. Вот она замена. 49 лет человеку, а играет как молодой. Диего Коста, Давид Де Хея не знает как. Да. Не спите, пожалуйста, модераторы. Я в чате все вижу. Криштиану Роналду выдает на Видаля. Видаль! Давид Де Хея! Он достает этот мяч. Или Видаль промазал? Давайте посмотрим, было ли касание здесь вратаря. По-моему, было. Да, Давид Де Хея от вернейшего гола сейчас спасает свою команду. И да, конечно, это просто супер. Уже в надежде на то, чтобы этот матч побыстрее закончился. И он закончился. И мы выходим из него победителями. Победа есть. Трудовая, тяжелая, но победа. И это, конечно, здорово. И это, конечно, радует.